Вот так вот папа загрузил багажник. Ну что, Воронеж, что еще? Все, дом. Ну готов? Что, ребяточки? Все. До свидания, Геленджик. До свидания. Нет, я бы не пошла. И дождь пошел, представляете? Я говорю тебе прощай. Что? Прощай, говорю, Геленджик. Прощай, да? Навсегда? Наоборот, мама. Ну ладно, ладно, не буду так говорить. Плохо, выдохнуть. Погода хорошая, не жаркая. Погода вообще. Хотя отличная. Я все равно прям мокрый, пока собирался. Погода, Геленджик плачет, что мы уезжаем. Там все хорошо, закрыло? Да, Геленджик плачет. Ну все, прощай, квартирка. Время почти 9 часов без 5. Выехали мы. Мам, мы куда курс держим? На что? На Дантово ущелье. Следующий кадр у нас будет Дантово ущелье. Там у нас будет завтрак. Даже завтракать будем. Замечательная у нас программа. А потому что что? Отдыхать? Хорошо. Дождь с бортом вроде как моросит, а все равно 29 градусов. Жарище. Спасает только кондиционер. Вот такие пробки по дороге на море. То ли это горячий ключ, то ли это после горячего ключа, ближе к морю. Много километров мы уже проехали, и вот потихоньку машины едут, едут. Офигеть. Еще 5 поворотов проехали, и пробка все равно не уменьшается. Только еще больше стало. А не хотите завтрак вот такой вот в Дантовом ущелье? А у нас есть. Вот это да. Это вы их что, по дороге нажарили, что ли? Да. Кафе ущелье. Как осьминоги такие, с пельменями. Вкусно? Угу. Кто-то добавил майонез в сметану. Да, конечно. Да. Ну давай, за эту. За хорошую погоду. За горячий ключ. Холодное пиво пьет за горячий ключ. А у меня такой коктейль, называется Фервекс. Мама, держи. Сейчас все на дне. Все на дне у меня. О, тут у нас разносолы какие, арбузы, голубики. Вон какая, с мой кулак. Смотрите, какая у меня, с мой кулак, точнее, с папки. Витамины. Ага. Мы сейчас найдем себе идти не сможем. Давай подремнем часок. Санаторий «Горячий ключ». Предгорье Кавказа. Девушка с видеокамерой. Тоже блогерша. Раньше вход в ущелье был вот тут. 1914 год. Объект культурного наследия. Выгляни в окошко, дам тебе горошко. О! Красиво. Да. Стелла поставлена всем трудившимся на создание этого курорта. Что, небось, не остановились водички попить, да? А, на обратном пути. О, Маша протоптала уже какую-то дырку в скале. Маша просто хорошо покушала. Сделала только грязными руками. И все.
пойдемте, пойдемте, с нами тоже. Сейчас едем за ним. Опять скалолазанием занимаемся. Маршруты то сходятся, то расходятся. Да то они маршруты, чтобы сходиться и расходиться. О, мы только что там внизу были. В ущелье. Ну, таких оврагов у нас и в Дубровице полно, где грибы собираем. Может, им там тоже миллионы лет. Тошнота. Хорошо солнце нет, а? Дети, вы хотите петушок? Нет. А мы хотим. Потихонечку. Потихонечку, помаленечку. Куда мы сейчас заберемся? И все. Ну что это за петушок? Странный петушок какой-то. Не знаю. А, мы еще год не дошли. Это смотровая площадка вторая. Да. Петушок дальше. Вот там впереди, наверное, нормальное место. Панорамное. Сейчас посмотрим. Точно, прикольно. Над рекой прямо. Макс, хочешь петушка покажу? Давай. О! Вы подходите к мысу Петушок. Вы знаете об этом? Вот перед вами петушок. Это? Да. Похож на петушка? А река какая? Квай. Подтекает. Квай? Да. Как вам петушок? Отлично, можно с ним прыгать в воду. Железо, напомню, прям. Ну, давай, наливай. Ага, не буду такой наливать. Дай попробую. Он же пахнет. Между прочим, такая вода в Сочи стоит 100 рублей. Mm-hmm. На источнике. А мы бесплатно пьем. С минералами, с железом. Mm-hmm. Пантелеймон целитель. Нас исцелит. О, опять ты. Бухта Пинал, не знаю. Инал. Я мороженое ем. А мороженое вкусное, манго прям. А что ты взял? Чё? Манго. Угу. А у тебя чего? У меня дыня. Загулявшись в горячем ключе. По ущельям, водопадам и смотровым площадкам едем дальше. Какой-то мост. Непонятно конструкция. Очень интересно. Дон, сколько кораблик тут стоит. Катаются. Ванная, можно здесь прям плескаться. Вот куплю всяких ништячков, зубной набор. Все положено, да, Маш? Холодильник не включен. О, штаб-квартира Штирлица. Куча розеток в подарок. За это уплачены все деньги. Вид прекрасный.
Здравствуй, Ростов. Лепота-то какая. Красота. Вот это кровать. А у нас есть, интересно, розетки? О, одна. Одна кровать, одна розетка. Две кровати, 10 розеток. Молодцы, ребята. Куда показывает? Компас, если мы ставим лицом. Смотри. Вот, вот. Он не хочет, он виляет головой. Оп, оп. Куда? Да? Это Ростов, ребята. Здесь Катька, Машка, Максим и Сашка. Сейчас проведем экскурсию по Ростову, посмотрим дом, погуляем по центральным улицам. Так, Катюха, загугливай быстро, что за улица такая у нас впереди. Буденновский проспект. Смотрите, вот это вот, понимаю, масштаб. Сразу видно, не какой-то там проспект, а Буденновский. Нам туда. Нет, нам туда. А, туда. Туда. Нам надо дорогу перейти. Какую? Буденновскую? Папа, а. Смотри, какой я камушек нашла. Че, Буденновский переходим? Буденновский это вам не какую-то маленькую дорогу перейти, это Буденновский проспект. О, фу, перешли. Теперь опять туда. Вдоль Буденновского? А может это не Буденновский? Катя сказала, она тут немецкая, не знает. Здесь Красноармейская. Буденновская, Красноармейская, здесь все с войной связано, это Ростов. Слушай, Ростов с войной была связана? Правильно, связано, с войной мирно было связано. Еда военных, шаурма. Это же наш номер на картинке. Вау, крутой какой. У нас красивый номер, да? На картинке очень хороший. На картинке очень красивый. Пересекаем еще одну огромную улицу. Тут всех не пропускают пешеходов или пропускают. Давай, 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 зеленый. Вот такие здесь театры, желтые, с черным. Даже Ростелеком есть с каким-то дядькой. Попов Александр Степанович. Время, 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 экскурсия заканчивается. Давайте побыстрее. Желтые самокаты, самые быстрые самокаты. Я хочу их. А ты хочешь желтый самокат? Кать, куда мы движемся? Ты наш экскурсовод, я с тобой мы тоже. Идем на... Мы идем на три буквы. Ой, как на далеко. Парамоновские склады. На Парамоновские склады. Вперед, let's go. Парамоновские склады. Есть у меня одна знакомая, Ленка Парамонова. Может, у нее склады здесь? А Буденновский, Буденновский, весь в трафике, в автомобильном. А нам сюда. Сейчас как дождь пойдет, мы же в Ростове. О, здесь сам Буденный. Буденного видели? Да. Вон там. Слушайте, это вам не Рязань какая-нибудь, это все-таки Ростов, да, тут прям все масштабно. Такое. Такое, говорит, такое себе. Красивая, красивая улица, тут шишки вот. Макс, ты любишь шишки? Да. А цветы-то, цветы какие, а-ля клематисы вообще, а? А, красота. Дерево клематис. А вот знаменитый ростовский горох. Вон на каких растет деревьев горох. Мелкий, правда, еще. Не узрел. Маша лишь бы в фонтане искупаться. Вот еще ростовский горох. На деревьях растет. Еще вот так вот идем. Горох, шишки, клематисы, горох, шишки. Вон девчонки еле идут. Вот это архитектура. О, опять горох. А это фасоль древесная, ростовская фасоль. Вон стручки какие. Во. Фасоль. Тут ее много. Можно на суп собрать. Левик, привет. Не ешь петушка. Петушок, следи за ним. Екатерина. Да. А не хотите зайти в магнит и купить донского нет вина? Нет. Выпить донское вино на берегу Дона. Нет. А магнит вот совсем через дорогу. Он так близко. Он потом там еще будет.
О, архитектура какая. О, усы. Можешь себе усы купить? Можно я себе усы куплю? Нет, в камере куплю усы. Нет, я себе хочу. Опять архитектура. О, вино. Ой, пойдем вино купим. Парковка черных Камри. Одни Камри тут. Заснимем. Заснимем. Скиньте в комментариях, чьи это машины. О, да это же вообще теплотрасса. Родная, как я по тебе соскучился. Постою, посмотрю. О, все правильно делают, по технологии. Молодцы, да. Ростовская теплосеть, молодцы. Ладно, дальше, дальше, дальше. Пошли, пошли. Хватит любоваться искусством. Молодцы, байпасик-то все-таки кинули, не оставили людей без горячей воды. А нет, все-таки люди без горячей воды сидят. Трубы обрезали. Вот нельзя хвалить раньше времени. Ох, сейчас кровь из носа пойдет, как красиво. Вот это старина. Кто любит старину? Да, вот она. Трещина, видишь, какая? Вот, два пальца. Вот такая. И еще там две. Еще сейчас дождь пойдет на голову. А почему мы удивляемся, что Ростов такой вот, вот старый, вот эти дома такие старые? А потому что он основан в 1749 году по приказу царицы Елизаветы, между прочим. Вот так. С тех самых времен эти здания там и стоят, вот сзади меня. Кать, кто такая царица Елизавета Петровна? Царица. О, понятно. А я думал, это она приказала основать здесь Ростов и построить все вот эти ветхие здания. А-а-а. Шок-контент? Да. Вот так, Википедия, интернет. А это уже Ворошиловский проспект. Нехилый тоже такой. Ростов молодец. Вот это автобус. И еще один. Желтые самокаты. Вот там. Туристы желтые, потому что отдыхали долго в Геленджике. Шире шаг. Что так медленно? Шире. Давайте. Ай-два, ай-два. Катька, забивай. Все ходят, нуют, нуют. А тут такой вид. Круче любой смотровой площадки. Смотрите как. Хоба. Вы согласны? Эй, вы там. Катька, вперед. Это не тучи ходят, это мы ходим. Ай-два, ай-два. Ай-ай-ай-ай. Вот он, Дон Батюшка, собственной персоной. Так вот выглядит. По Дону гуляет Максим молодой. И с мамкой, и с Машкой, и даже вот с Сашкой гуляет по Дону Максим молодой. Стой! Загадаю желание между двумя Максимами. Вот Максим Филинков, стой тут, стой. И Максим Горький. Загадаю желание. Все, идем дальше. Что он тут делает, вообще непонятно. Горький. Концерта. Да? О, это же тот мост, по которому мы сегодня переезжали вот так сюда. Еще удивлялись бы тут сооружение. А это он самый. А это набережная. Маша, как всегда, в фонтане. Из фонтана ее не вытащишь. Собор Богородицы не хотите? А в Ростове она есть. Или он. О, это же хачапури. Самое вкусное хачапури. Ну-ка, давайте пробуйте. А вы любите хачапури?
Пчелы. Наточные. Тогда мы идем к вам. Там серьезно сыр внутри. Да не может быть, это же хачапури, откуда там сыр? А я ушел от всех в уголок. Что-то меня продуло, растыло. Чтоб никому не мешать и никого не заражать, я в карантине в уголке. Это что, мне? Я не хочу, спасибо. Меня пытаются накормить по доброте душевной. Это совсем не хочется. Дело взялся профессионал. Сейчас он проверит готовность хачапури, макает все как по рецепту и хоп. Говорят, неплохо. О, что, пиво? Нет, это голубцы. Вот такие вкусные, горячие. Со сметаной по ним. Катька, приятного аппетита. Давай, трескай. Как тебе, мам? Смотрим на нос. Сейчас будет морщинка, значит, не очень. Херня. Что ж делать-то, а? Ничего, вон хамкает все равно. А вы за мной не посмотрите. А мы смотрим все с удивлением. С колотушки помнет их, чтобы ленивые были. Кажется, несут еще блюда. Ну что, Маш, тебе еще принесли? Макароны? А тебе? Чего у тебя, масло в котлете? Первый раз вижу людей, которые радуются маслу. Ну ладно, приятного аппетита. Маша, а ты стрючок будешь есть? Завтраков, собрав вещи и уехав из этого сраного отеля, где мы ночевали, мы приехали в парк Лога, называется. Такое атмосферное место. Красиво все сделано. Странно, что в такой глуши. Такие, да, парки какие-то. Жарко им. Не двигайся, лежат. Ой, встал, встал, встал. Хватит какахи нюхать, пошли дальше. Всю дорогу и так нюхаем. Маша нам поддает всю дорогу, приходится нюхать. На, ешь. Ешь! Ешь! Ты будешь? Сам съем. Только поставили камень. Что-то у орла прорвало. Очень красиво здесь, да. Чуть-чуть.
яблочко будешь? А? Яблочко. А, у тебя орех. Не хочет. О, медведь. Яблочко будешь? А, яблочко. Не хочет. Макс, яблочко будешь? Тоже не хочет. Пошли туда дальше. Давай, 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 тащи его, давай. Давай, я тебе помогу сейчас, пап. Ну все, все. И маленькие черепашонки. Катька. Вот это лопухи, а! Блин, Кать, давайте в норму парочку. Лопухи на дереве, а? Ну да, ты постоянно просишь остановить. Сверху там за стеной вообще нет ничего, голое поле, а снизу смотрится очень красиво, достойно, ходишь, гуляешь, прям стронгхолд какой-то. Пирожок, да? Не хочешь? Мы сейчас тут слушаем музыку такую средневековую. Пирожок с капустой, пирожок с картошкой, спичкой. Пирожки по 70 рублей. Фу, ну, пожалуйста, чем мы здесь стоим? Блинчики. Ждем. Да, ждем, точнее. Блин, с курочкой рябой? Да. Будешь с ветчиной и сырами? Конечно, буду. Так, у нас 400 рублей получается. Почитаем убытки. Пойдемте туда к Максиму, там смотрите, как живописно. Сейчас будем ходить с блинами туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да, двигай, Маш. Боюсь, что у меня тоже не будет сил, чтобы подвинуть камни эти. Чё? Как? А где будете? Всем привет, Лапик. Да. После завтра. С ветчиной. За 200 рублей. И сыром. Знаешь, сгущёночка? С деревьями сверху ничего не видно. И голая территория за стенами дворца. Попугайчик сидит, да? Что-то чирикует, чирик-чирик. Хотите яблочко? А? Не, не хотят. Что, яблочко хочешь? Нет. Никто не хочет красивый, яблоко. Красивый, шляпа. О, целуются желтые. Мама, смотри там. Попугай, яблочко будете? Ругаются. Эй, кошка! Кошка! О, яблочко будешь? Не, не хочешь? Антоновка нормальная, соспела уже. Эй, макака! Иди сюда, яблоко будешь? Ты бы сожрала бы. Но тебе не дам, я вредный. Стоят, мне нравится. Смотри, это статы. А, это статы. Вот, смотри, какой. Яблоко будешь? Не хочет. Какой?
смешной. Три поросенка. Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Поросята подросли, да? Как оригинально. Яблочко будешь? Спасибо, добрый человек. Рыбалка на форель. О! Яблочко хочешь? А нет. Кваску решили испить. Кваска зеленый. Отличный. А махица как у сёсеньки. Да, такой. Холодненький. Мы махица пьем. А мы квас. Эй, парни! Эй, иди сюда. Иди. Яблочко будешь? Яблочко будешь? Ну, класс, вкусно? Ты пущучий, нет? У меня такие же пятнышки, как у тебя, видишь? А, крутяк? Ну, в общем, вкратце, вот такой вот парк Лога. Классный? Классный. Будете мимо проезжать, заезжайте, погуляйте. Вам тоже понравится. Да. Ага. Вот с Машей идем, смотри, как арбузы растут. Да. Хороший арбуз. Деньги есть? Не знаю. Есть. В общем, вот так арбузы растут. Никогда не видел, как арбузы растут. А подсолнух созрел? Да. Я хочу себе одну семечку. А вот сбоку семечки. А, да, дай, пожалуйста. Ну да, какая-то хреновая. После парка ехали, мы ехали, решили остановиться. Привал у нас. Кажется, не такой красивый, как мы всегда. Ну тоже и стол есть, и стулья есть. И вино. Вино даже. Ну, кому вино, а кому дыня. Даже еще арбуз есть. А яички будете? Я нет. А кому это все? Мне? Что ты теперь? Буду, буду. Ура, товарищи! Ура! Ура! Мы приехали? Ура! Воронеж приехал! Ура! Едем в Воронеже, по реке Воронеж. Ничего не видно, но очень интересно. Как в Волгу, да? Ну, что сказать про Воронеж? Есть вот такие дома, вот такие, такие. В целом, неплохой город. Да, красивый. Вот такие дома есть. Вот такие дома есть. И даже вот такие дома есть в Воронеже. Это обычные дома в Воронеже. Так живут обыкновенные люди. Поняли меня? Куда едем? Район Северный, Бенефит Плаза. Северный район? Да. Бенефит Плаза у нас? Бенефис Плаза, Северный район. Посмотрим, что за Бенефис Плазма. Контроль всех правил. Всех правил на 60. Холодно, блин, на улице. Да что ты. Да что ты, что? Да что ты, что ты. Отель на первый взгляд неплохой. Как будто проходная какого-то завода. Да. Люблю. Бенефит Плаза, Конгресс Отель. Заходим. Все как надо. Ага. Ой, какой длинный. Ага. Маш, нажимай пятый этаж. Пятый у нас? Да. Чувствуете размах какой? О!
Даже соседнюю эту стенку не дотронулся. А вот прям вот заходит, вот здесь на торчанчике борьбы. Самый темный угол. Рядом с кулером. О, отлично. Большущая такая комната огромная, да. Ну что? Это уже поприятнее. Это прям лакшери. Можно сидеть на толчке и смотреть, как кто-то моется. Вода есть? Вода есть. А вы посмотрите, какая здесь ванная, да? Вот это будет щетки, да я. Сантехника хорошая, хорошая. Как ты там размещаешься? Давай, показывай свою кровать. Вот так и будешь спать. Нет, вот моя кровать. Ну ты будешь там скрипеть. Оп. Будешь спать вот здесь, вот на прикроватной нашей, при приложенной тумбочке. Вот так вот, Маш, здесь ляжешь, вот так ты будешь спать у нас в ногах. Сигнал тебе. Ну что вы здесь делаете? Ну что, Маша? Да. Что делать-то? Резать дыню, что же еще? Так ты не хочешь? Да. Режь скорее. У тебя и не зуб. О, какая! О, какая ты неха! Максим, иди дыню. Она жесткая и причем сладкая. Такая себе. Не, мне нравится. Зашли в какое-то заведение, называется вот пятница какая-то. Да. Неплохой такой, цены такие вообще офигенные. Не то, что в Геленджике. Мама, так что мы поедем? Стейк можно взять. Стейк фленк. Из бараненной говядины. Нет, нет. Чего есть? На стойке. Мы закажем по одной. Это второе заведение, которое за весь отдых нам более-менее здесь нравится. Первый был грузинский ресторан в Краснодаре. И вот это. Остальное все в Геленджике и всех там остальных городах. Вот такая атмосферка здесь. Да, очень миленькая. Как правильно называется-то? Пятница. Пятница, да. Пятница, типа пятница. Не пятница на руках? Пятница такая. Конституционный сет взяли. Не успел отвернуться уже. Пивасом принесли его. Поехали. Я буду вот. Ну,
половинки, да, попробуем. Да, да, да. И делиться впечатлениями. У меня пахнет вами. У меня пахнет смородиной. Вот так. Только со вкусом не надо. Сырные шарики здесь. А самое красивое подачу что у Макса. Да, очень красиво. Красиво. Да, да. Слушайте, у вас какая-то вообще тут подача. Гастрономия. Подача прям вообще. Специально, чтобы вам было неприятно видеть его и есть. Очень все приятно. Мы очень удивлены. Такой ресторан не зря стоишь на вашем. Да, да. Спасибо. Такой стейк вообще. Цезарь вкусный. Да? О, какая-то еще. Не надо, не надо. Ты что, появилась какая-то? Геленджиком пахнет. Откуда ты взялась тут? Виноградом геленджикским. С экскурсии на джипах, по-моему, она. А я откуда, вот это попробую. Откуда она здесь вообще, даже не знаю, из кармана, что ли? Из кармана, что ли, у меня? Ой, такая вкусно пахнущая. 42 градуса. Мощь. Вкусно. Ну как, мощный здесь? Прикольно. Мама, откуси перчик, пожалуйста. Перчик, ты его так это сгибай руками. А, нафига ты меня заставила? Бери в руку, его сильно сжимаешь. Давай. Вот где-то, наверное, вот так. Ох, придется остаться на пару дней в Воронеже. С удовольствием могу продлить отель. Сидела, ты сюда идешь? Ребра пробую. Можно порвать ребрышко? Ребра ставят во рту, а не в руках. Короче, ребята, это какое-то гастрономическое объединение. Такой стейк стоит 700 рублей. Да он у нас стоит 1500. А в Геленджике все 5. Господи, спасибо, ты услышал наши молитвы. В последнем нашем пункте пребывания нам дал такую красоту. Пожалуйста. Спасибо. Офигенная вообще говядина. Нужно немножко макнуть, а соль крупная вообще. Здорово пожарено, да? Лучше всех пахло. Попробуй, пожалуйста, маленький кусочек. Вот, да. В общем, в Воронеже мы настоятельно рекомендуем ресторан «Пивница». Классно вообще. И мясо, и салаты, и макароны, шарики, пиво, настойки. Все очень вкусно. Ставим большую-большую пятерку. 5 звезд. Да, дети? Ага. И еще советую перчик попробовать. А не зря кот говорил. Хорошо жить в Воронеже. Да? Мне нравится этот город. Мы с котом полностью согласны. Хороший город. Ну, сладкий, но не очень вкусный, это не тот. Очень вкусно. А, меня зовут Александр. Я делаю обзоры на ресторан в вашем городе. А ты как бы не наш город, мы живем в Подольске. Да? Да.
Но мы гостим в Воронеже, я делаю обзор на этот ресторан. Как вам нравится здесь? Да, нравится. Здесь вкусно кормят? Да. Нам тоже нравится. В общем, ребята, такая тема произошла. Нам принесли комплимент от заведения. Вот целый набор таких же шотов, как мы заказывали, и нам хотят сделать что-то такое интересное. Пожалуйста. Да, вот, как я уже говорил, на вкус будет как йогурт вишневый, немного с кофейным привкусом. Ага. Мы просто берем шот наливочки, это вишневица и сливочница. Это все обязательно лучше со льдом, чтобы прям мягко было и реально как йогурт. Вы нас удивляете. Да, народный, вот можете попробовать. Ну давай, ты первая. Это мало кто говорит, потому что это невкусно. Да мы не сомневаемся. Это обалденно. Да? На вкус йогурт, да? Йогурт. Ликер. Ликерный йогурт, да. Прикольно. Освободить. Как тебе? Приятно, вот такая. Спасибо. Я сейчас расслабляюсь. Это плохо, не надо пробовать. Это очень удивительно. Удивительно, приятно. Нам никогда такого не делали еще. Придется пить. Итак, мы проснулись, идем на завтрак. Как спалось сегодня? Всем замечательно, только Маша храпела и скрипела. Нет, храпела папа, Маша скрипела. Сейчас посмотрим, какой из сторон. Нет, Маша тоже умеет храпеть. Смотрели. Но она тихонечко. Маленький хвост. Завтра будет такой цемент. Нет, как толстый. Там еще капучино сладко. Двойной экспресс. Это все вкусно. Это я поставлю здесь. В общем, Воронеж нам угодил во всех смыслах. Ну все, наелись, напились. Мы еще не належались. Прям чуть-чуть. Сейчас еще долежаться, а я пошел собираться. Ну, все в сборе? В путь? Я брови почищу. Домой! И первая остановка за сегодняшний день – это котенок. Которому в Воронеже жить хорошо. Да. Да, в Воронеже хорошо жить. Мы часто едем в Африку, в Австралию, в Бразилию, обычно самолетами и режем по воде. Но если ты съемок, и вас зовут Василий, здорово. То лучше, чем Воронеж. Здорово! Нет города нигде. А, это ЖД, вот говорили, все посмотрите, на не очень красиво. Ну, мы посмотрели. Да? Вокзал. Следующая остановка у нас сегодня площадь Адмиралтейства. Маша, заряжай. Давай, огонь! Давай, по крупнокалиберу. Давай. О,
Как же без нас Джек Воробей? Кто там? Ау-ау. Мне она сказала, наоборот, кидай, кидай. Давай прямой наводкой. Между двумя трубами попадешь? Да. Давай, огонь. Вы всю площадь разбомбили, а? Варвары. Вот такая вот широкая река Воронеж. До Москвы осталось 492 километра. Замок Альдельбургских. Кто такой Альдельбургский, не понять совсем. Надо историю было учить в школе. Вот замок красивый. Сейчас мне скажут, удалите все, летать нельзя. О, летать можно на коптере тут? Ох уж эти туристы. Вот, вот танцуют, ходят. Тища какая. О, это дверь к папе Карло. Есть кто? Папа Карло? Открывай. Никого. Замок висит. Перед вами свитский корпус. Все, нагулялись, насмотрелись красивой архитектуры, узнали, кто такие альдербургские. Правда, ничего не запомнили. Ну ладно, было очень интересно. Знаем теперь, откуда ресторан в Абхазии, Гагриш, или как он там называется. То, что в Абхазии есть замок принца Альдербургского, это вот отсюда. Вон оттуда корни растут. Испокон веков с нами немцы управляли. Бизнес-леди у нас работает на ходу, с ноутбуком сидит, отчеты составляет, а ее водитель едет. Выходим напрямую и пилим до Москвы. Давай руку, эй, ты, Соня. Заспал ребенок. Перекусили, ладно, и дальше в путь, правильно? Говнище какое-то. Дишки не нравится чего-то. Ешь давай.
теперь, надеюсь, это последняя остановка. Да, мы... все, до дома. И мы спокойно доедем домой. Ну что, вот такое вот кино получилось.